В Институте международных отношений и истории востоковедения Казанского федерального университета прошла открытая лекция о культуре и истории Индии. Профессор Арун Кумар Шривастава рассказал студентам про страну, ее культуру и политику. And the tradition, various Vedas, Upanishads, and history. About the particular, about the history, to know the students of Kazan Federal University about this. What are the culture? Because the India's civilization, one of the most oldest civilization of the world. Порядка 30 студентов обучаются хинди и индийской культуре в Казанском федеральном университете. Yeah, I like very much, and they have given full. Impression on me that they are very much interested to know about the Indian history and culture. Олег Кашин, Ольга Мажирина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.